Сегодня у нас в гостях карамельки. Но это не кондитерское изделие. Это не конфетки. Это дуэт. Лера Антонец и Дарья Кислицкая. Даша и Лера, еще не умея говорить, уже напевали разные мелодии. Познакомились девчонки в детской школе искусств в вокальном коллективе «Эврика». Среди других они сразу стали выделяться своей артистичностью, и педагог Наталья Малая решила создать дуэт. Так появились карамельки. Они очень выделяются своими вокальными данными, у них очень хороший музыкальный слух, они очень трудолюбивые девочки, такие старательные, отзывчивые, и внешне они тоже похожи. И по голосам очень хорошо сочетаются, и так мы решили создать этот дуэт. Первое испытание оказалось успешным для нового дуэта. Юные певицы стали лауреатами международного конкурса. Конечно, все заслуги завоевывались большим количеством репетиций и трудолюбием. И плачет, бывает, там после концерта что-то не получилось. Ну, несет домой в основном. На сцене держится, при людях держится, а дома уже там закатывает. Ну, конечно, сложности есть. Есть и усталость. Понятно, когда по несколько репетиций в день, то устает. Ну, это быстро как-то заканчивается. У дуэта «Карамельки» очень насыщенный график. Они принимают участие не только в разных конкурсах, но также их приглашают на многочисленные мероприятия. В историко-культурный центр их пришли поддержать одноклассники. Для зрителей девочки исполнили несколько своих песен. Главное, что Даша и Лера любят то, чем занимаются. Ведь они не только сами получают удовольствие от музыки, но и дарят радость своим слушателям. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.